Большая просьба подойти всем ближе к трибуне, чтобы было лучше слышно. Вашему вниманию предлагается небольшой праздничный концерт. Будьте добры, пожалуйста, приглашаем всех на средину. Родители, особенно вас приглашаем тоже. Кощей над златом чак-чак-чак, а еде совсем не думал. Во дворце во все печак-чак-чак, только ветер был угрюма. Вралась отки царский быт-быт-быт, ворвалась любовь однажды. Чай кипит и стол накрыт-крыт-крыт, устоял бы тут не каждый. Отвели Кощей тарелочку щей, знал Кощей характер свой, мягко скажем, подколотный. Оттого и был он злой, что все время был голодный. А невеста молода, да, на метле летает лихо. 300 с лишним мне года, да, и на славу поварита. На полянке на весной, ной, по жару поддавала, рай земной с такой женой, ной, все да и будет мало. Правда, после бурных сцен, ставит царская зарплата, в результате роста сцен, ни дворца теперь не злата. Отвели Кощей тарелочку щи и сальце на теплой горбушке. Поминок.